Алло, Настюш, привет. Сразу перехожу к делу, мне очень нужна твоя помощь. На следующей неделе снимаю клип. Я хочу отбелить зубы. У тебя есть возможность мне подсказать какую-нибудь клинику? Слушай, я думаю, я могу тебе помочь. У меня есть эта клиника. Я буду тебе безумно благодарен. Я сейчас тебе адрес себе скину в WhatsApp. Поэтому приезжай, мы с тобой здесь обязательно что-нибудь придумаем. О, отлично, тогда скинь мне информацию в WhatsApp. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night, feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. Так, у меня на следующей неделе супер-клипа. Я хочу делать свою клинику, чтобы прям было идеально. Слушай, ну мы приехали в клинику, в стоматологическую клинику доктора Шипкова. Тут обязательно все сделают. Поэтому я тебе предлагаю такую вещь. Я тебе сейчас показываю фотки. Ты выбираешь, чья улыбка тебе симпатизирует больше всего, и мы идем в кабинет уже делаем тебе идеальную голливудскую улыбку. В общем, наш сегодняшний клиент выбрал себе улыбку, как у Леонардо Ди Каприо. В условиях вашей клиники это вообще возможно сделать? Или это привилегия только вот исключительно для Голливуда, голливудская улыбка? Да, конечно, возможно. С помощью Zoom 4 мы сейчас это все сделаем. Будет реально голливудская улыбка. Ну тогда мы начинаем. Проведем изначальное определение цвета зубов и после отбеливания повторим процедуру для того, чтобы узнать, на сколько тонов зубы отбеливать. Зубы отбеливать можно в любом случае, даже вот если у тебя есть кариес. Если есть кариозный процесс, сначала мы лечим кариозный процесс, после этого делаем чистку и после, пожалуйста, отбеливаем. Ром, как ощущения? Пока не стреляет. Здесь и не должно стрелять, потому что лампа идет холодного свечения, и она максимально настроена на то, чтобы убрать все негативные последствия после отбеливания. А можно мне кофе? Еле нельзя кофе. Чай пить нельзя. Ничего нельзя, белая белковая диета. Ем курицу. Ну что, процедура отбеливания зубов прошла удовлетворительно. Стоматологическая клиника доктора Шипкова спасла мне съемки, и теперь я на 100% уверен в своей улыбке. И я приглашаю PopCake TV на съемки своего дебютного клипа на песню «Будем танцевать».